11 октября 2021 года, город Кибули, Грузия. Сегодня отличная погода, градусов, наверное, 18, солнце. Я решил пойти на разведку по поводу каштанов. Больше интересуют не сами каштаны, только червяки, которые в них живут. На них, говорят, хорошо ловится плотва в местной речке. Ну а вот сами каштанчики. Вот он вывалился сверху с дерева. Вот нужно просто ходить их собирать. Вот каштаны, вот каштаны. Вот так собираются каштаны. Ну, здесь поросята еще не бегали, видимо. Поэтому довольно много осталось на поверхности. Ну, попробую ловить, что там в этой речке. Здесь, кстати, говорят, и форель водится. Речка вон там снизу. Короче, занимаюсь экспериментами. Еще каштаны удобно собирать прямо в речке. Они вот падают туда в воду. Те, которые неправильные, они плывут вниз. А целые падают на дно. Вот. Когда они на дно падают, то поросята их съесть не могут. И остается их только достать и положить себе в сумочку. Вон и сколько. Ну, все отличные. Ну, такой метод сбора каштанов, прогрессивный, так сказать. Ну, там ниже тоже. Еще я пытался здесь найти ручейников, этой речка, чтобы ловить рыбу на них, но ручейников нету, нет совсем. Они бывают под камнями обитают. Камни чистые. Камни чистые. А тут каштанов много. Потихоньку приближается осень. Деревья там вверху уже начинают желтеть местами. Ну, пока еще будут теплые деньки. Ну, вот тут каштаны есть, но плодов нет. Какие-то они хилые, бесплодные. И рыбу я не вижу. Или спряталась. В этой лужице, наверное, что-то должно быть. Местные жители говорят, ловят. Ловят форель. Место хорошее. Продолжаю ловить каштаны, но уже в другом месте. Вон их сколько тут. И там, и там. Очень уловистый день.
Ну вот так можно их сушить, каштаны. Просто рассыпать на пол. Если в квартире достаточно сухо, то они вот так вот полежат недельку, другую, и усохнут. Вот. Хранятся практически год до следующего урожая. Ну, конечно, часть испортится, там гниль, может быть, заведется какая-то. Ну, 50% останется. Ну, а сейчас буду жарить каштаны. Еще перед жаркой нужно отрезать носики. Иначе каштаны будут взрываться. Ножичком макушечку вот эту срезаем. И потом можно жарить без масла, просто на сковородке.